Минск. По месту проживания в столице задержан уроженец Светлогорска. 32-летний мужчина работал таксистом. В его квартире и машине обнаружены около 100 граммов кокаина и столько же параметилэфедрона. К опасным веществам прилагался стандартный набор наркоторговца. Упаковочный материал, точные весы, веер банковских карт для ведения расчетов. Изучение телефона и компьютера задержанного привели к новым изъятиям. Установлено огромное количество тайников и закладов, которые сделал, скажем так, наш задержанный на территории города Минска и Минской области. Пресечена деятельность знаменитого в теневом интернете магазина, который осуществлял деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков в городе Минске и Республике Беларусь.